находитесь на моем вышивальном канале «Кали острой иглой». Сегодня у нас отчет за сентябрь 2021 года. Я решила, что не буду переходить на другие работы и все внимание акцентирую только на вот эту картину. Это набор от «Радуги бисера», называется «Брызги у моря». Я где-то вышиваю неделю, и мне очень нравится, что здесь небо, такие переходы от блестящего розового к матовому бисеру. Даже несмотря, что белый, да, вот немножко блестит. Матовый-желтый, он все равно гармонично сочетается. Особенно вот если вдалеке посмотреть на эту картину, она выглядит просто волшебно. И поскольку я вышиваю только одну, я думаю, что к итогам осени у меня эта работа будет полностью закончена. Помимо вышивки, я бы хотела еще предложить своим подписчикам прочесть «20 граммов счастья». Я ее брала с собой в поездку, прочитала. Мне бы, конечно, хотелось больше книг читать, но у меня не получается. 25 граммов счастья, если вкратце, то это трогательная книга не только об удивительном неожиданном мире, но и о том, что можно найти себя и свое счастье в самом неожиданном деле. Главное, внимательно прислушиваться к зову сердца. Это такая добрая документальная книжка, читается легко и больше выглядит как какой-то ежедневник, либо дневник. Он, по сути, так и есть дневник вот этого автора, который занялся таким прекрасным благотворительным делом. В книге показаны иллюстрации, такие милые ёжики. Вот это тоже забавно. Я думаю, что каждая добрая душа захочет прочесть эту книжку. И у меня здесь обзор покупки будет книги «Элегантность ёжика» Мишель Вербери. Эту я книгу получила в подарок, и как-то так получилось, да, что вот она тоже связана с ежами. Мне кажется, это судьба. Я ее еще не начинала, и думаю, в октябре я перейду к ее чтению. Все, всем хорошего вечера, желаю удачи!